Познакомить испанцев с русской музыкой. Вот цель проекта русскоговорящего жителя Испании, который он организовал совсем недавно. На улице Роман Пархоменко. Пархоменко подходит к прохожим с колонкой и пультом, ставит два трека. Один известного российского исполнителя, другой неизвестного российского. После прослушивания испанцы выбирают, кто им больше понравился. Автор проекта называет это «Street Battle». Многие довольны, уже слушают песни русских исполнителей. Ну а что круто, абсолютно любой желающий может прислать песню для теста. Буквально сегодня наш проект вышел на просторах интернет. Вы можете зайти на YouTube и вбить 300-100 в поиске и посмотреть нашу первую программу. Если она вам понравится, поставьте пальцы вверх и поделитесь с друзьями. Пользуется ли проект популярностью у испанцев? Что о нем говорят? На сегодняшний день проект не пользуется популярностью среди испанцев, но я надеюсь на это в будущем, потому что наша русская музыка заслуживает иностранной публики.